Раз, раз. Раз, раз. Раз. Сегодня в нашей семье особенный день. У меня трое внуков, Мирон самый маленький из них. Я как бабушка хочу ему пожелать, как самому близкому родному человеку, сибирского здоровья, чтобы главное, чтобы он не болел, рос крепким, счастливым. Родителям его хочу пожелать здоровья. Я очень уверена, что мой внук вырастет достойным человеком и будет успешным, несомненно. Год назад моя любимая жена подарила мне главный подарок в моей жизни. Год пролетел вообще очень быстро, эти 12 месяцев, мы даже не заметили. Мне кажется, я ее только вчера забирал из роддома. Помню, как сейчас этот день, как вчера было. Мирончик, будем целоваться. Давай поцелуй, поцелуй, крестный. Поцелуй, поцелуй. Ну, Мирон желает себе крепкого здоровья, невест. Желательно, чтобы было много-много. Но ты, чтобы выбрал единственную, одну, чтобы любил всем сердцем ее, чтобы слушал своих родителей, чтобы рос смелым, счастливым, в садике, чтобы у тебя было все замечательно, в жизни, да, чтобы ты рос прекрасным мальчиком и самым замечательным у своих родителей и у меня, да? Да, я тебя очень люблю и жду, когда ты будешь взрослым, красивым самцом. Поел. И не плакал. Не плакал. Чтобы Мирон был большой, здоровый, красивый, хорошо учился. И чтобы не плакал, слушал маму и папу, да? Да. Да. Чтобы он был всегда веселый, жизнерадостный, добрый, ну и счастливый. Чтобы он рос послушным, смелым, чтобы у него было много друзей и чтобы он всегда радовал родителей. Будь счастлив, пусть хранит тебя ангел-хранитель. А мама пожелает просто быть собой. Он у нас классный, поэтому пусть такими и остается.